Ну, а вы про школу-то свою вот расскажите про эту. Или у вас еще нет школы, вы курируете что-то? Школы нет, у нас не школа, мы открываем спортзалы. И пытаемся открыть по всей России. Витязь спортзалы. Нам помогают люди их открывать, которые тоже, можно сказать, болеют за свою родину, за свой народ. Хорошие люди, которые помогают. И много детишек занимается, и занимаются абсолютно бесплатно. Уже их идут в армию служить. И знаете, вот уважение к старшим, стоит это делать на самом деле. Это нужно, я считаю, в данный момент. Я тоже так считаю, да. Да, и любить свою родину, не бежать от армии, там, куда-то прятаться или отмазываться, а они сами хотят идти. Говоря, кстати, о ваших фанатах и там ваших поклонников, не знаю, как точнее слово выбрать, я читал, что Барт Розенбаум является поклонником вашего таланта, он даже вас воспел в одной из песен. Вы знаете, ну вот какую-то песню он спел, да, а насчет того, поклонник он не поклонник, я этого не знаю, если честно. То есть вы не знакомы даже с ним? Вы не знаете, сказать, что он просто ходит на все ваши бои? На последнем был бою. А так мы познакомились с ним, но уже после песни. Один раз встретились, ну, пообщались, ничего. Уважительный, хороший человек. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».